В Башкортостане упростят порядок получения семьями социальных выплат. Об этом в ходе заседания правительства сообщила министр семьи и труда республики Линара Иванова. Но в 2020 году регион вошел в число 5 пилотных регионов, где проходила проверка механизмов национальной социальной инициативы. До конца января в 6 офисах МФЦ в городе Бирске и 5 селах можно было подать одно заявление, чтобы получать 5 мер поддержки. В результате сократилось время на подачу документов и сроки их рассмотрения. Теперь правительство поддержало масштабирование проекта на всей территории региона. Чем проще оформляются и быстрее документы, тем лучше и, ну, и гуманнее, так скажем, потому что мы там гоняем их и время заставляем терять, и какие-то там пороги обивать. Поэтому здесь и гуманность, и логика, и, в общем-то, ну, просто наша работа обязывает, чтобы у них было как можно меньше документов, как можно более проще была процедура оформления. Ну и по данным регионального Минтруда, ежегодно около 70 тысяч семей с детьми обращаются за получением выплат. В 2021 году на такие пособия было направлено более 21 миллиарда рублей. Всего же в прошлом году были назначены льготы на общую сумму более 37 миллиардов. Их получателями являются почти половина жителей региона, а именно 1 миллион 700 тысяч человек.